устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне региональная МЧС совместно со службой ГУЧС отработали действия спасения тонущего человека. По плану словные два рыбака падают в воду после того, как их лодка переворачивается. Стоит отметить, что течение быстрое, глубина серьезная. В свою очередь, по счастливому стечению обстоятельств и по плану учений поблизости оказываются свидетели происшествия. По легенде, очевидец увидел, как в реке Енисей из лодки упали люди. Он немедленно сообщил диспетчерскую службу, службу спасения ГОЧС, и спасатели немедленно отреагировали на вызов. И на данный момент они поднимаются на лодке, чтобы спасти людей, которые находятся в воде. Между тем, группа спасателей и водолазов прибыли на место происшествия, вытащили из воды тонущих поочередно. Так, с момента звонка в единую службу спасения до конца спасательной операции прошло 10 минут. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Это выражение справедливо во многих сферах жизни, но только не в буквальном понимании. Человек может сделать многое для предотвращения опасной ситуации на воде, но когда он становится этим самым утопающим, сам себе он уже мало чем поможет. Чтобы, во-первых, не упасть в воду, нужно всегда одевать на себя жилет, если вы находитесь в лодке. А если вы все-таки упали в воду, то стараться не паниковать и издавать звуки, чтобы вас услышали, чтобы они поняли, что вы тонете. Стоит отметить, что пик несчастных случаев на воде приходится на летние месяцы. Так, по информации региональной службы ГУЧС, на водных объектах Тувы с начала этого года произошло 20 несчастных случаев, в которых погибло 16 человек, где трое из них – это дети. С 6 октября этого года россиянам разрешается ставить на учет автомобили с электронными паспортами. Также гражданам предоставят вдвое больше времени на сохранение за собой любимых номерных знаков. Поисками нового автомобиля можно заниматься до 360 суток. Уточнен порядок регистрации автомобиля, если он принадлежит нескольким собственникам. В этой ситуации машина регистрируется на одного из них, но при наличии письменного согласия остальных собственников. Кроме того, документ упрощает процедуру согласования при замене двигателя на идентичный. Теперь водитель может установить на автомобиль новый мотор и ездить без каких-либо дополнительных действий. Еще одно важное новшество – это регистрировать автомобиль теперь можно не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Приказом оговорено об использовании уже электронных паспортов транспортного средства. То есть при регистрации транспортного средства уже паспорта транспортного не будут выдаваться. Но также данным приказом оговорено, что по желанию владельца, то есть если владелец хочет получить паспорт транспортного средства на бумажном виде, госавтоинспекция будет выдавать. Если же по желанию, наоборот, хочет заменить бумажный паспорт транспортного средства на электронный, то также госавтоинспекция заменит без всяких дополнительных плат. Утвержден календарь выходных дней на 2019 год. Помимо новогодних каникул, россиян ждут 4 длинных выходных. Грядущие новогодние каникулы начнутся в воскресенье. Они продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходные дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, а также суббота 23 февраля, выпадающие на нерабочие праздничные дни, будут перенесены на май, соответственно, на 2, 3, 10 мая. То есть День защитника Отечества празднуем как обычно. Но дополнительного выходного в феврале не будет. Он переносится на май. По закону, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, добавляется еще один день. Этот день в данном случае уходит на май. В Международный женский день отдыхаем с пятницы по воскресенье с 8 по 10 марта. Первые майские праздники продлятся целых 5 дней с 1 по 5 мая со среды по воскресенье. На вторых, в связи с Днем Победы, отдыхать будем 4 дня с 9 по 12 мая. Отдых на День России не переносится, хотя выпадает на среду в честь Дня народного единства жителей страны будут отдыхать 3 дня со 2 по 4 ноября.
Туве завершена кормозаготовительная кампания. Общий объем заготовленных кормов в республике составляет около 240 тысяч тонн. Годовой плановый показатель перевыполнен на 4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем заготовок увеличился на более 15 тысяч тонн. Всего скошено и убрано почти 200 тысяч гектаров по республике. Потребность в кормовых единицах обеспечена на 100% уровне. В частности, сельскохозяйственными предприятиями Тувы заготовлено около 29 тысяч тонн кормов, личными и подсобными хозяйствами более 150 тысяч тонн, подсобными хозяйствами организаций чуть больше 6 тысяч тонн. Доля кормов, заготовленных крестьянскими фермерскими хозяйствами, составила 48 тысяч тонн. К этой категории относятся участники губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Итоговый свод показывает, что у участников 2016 года 2301 тонна кормов, а у участников 2017 года более 22 тысяч тонн. Участников нынешнего 2018 года около 1500 тонн. В целом молодые ЧБНС с поставленной задачей справились. Проанализировано зоотехнические качества кормов 14 районов. По результатам установлено, что наиболее качественные корма, относящиеся к первому классу, заготовлены в Байтагинском и Сутхольском районах. Корма второго класса заготовлены в Кызылском, Пихемском и Чахольском районах. Корма из остальных районов относятся к третьему классу. При этом сено, не соответствующее данным классам, в республике отсутствует. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 43 копейки, евро 75 рублей 74 копейки. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Накануне при расследовании имущественного преступления погиб участковый уполномоченный сотрудник полиции. В составе оперативной группы находился в микрорайоне «Спутник» города Кызыла для задержания лиц, причастных к совершению имущественного преступления. В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление. Во время преследования одного из них полицейский получил ножевое ранение, в результате чего скончался на месте. Погиб старший лейтенант полиции Сендол Чаян Вадимович. Он занимал должность старшего участкового уполномоченного полиции и находился в составе оперативной группы по задержанию лиц, причастных к совершению кражи. На установление и задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав МВД по Республике Тыва. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения указанному участковому уполномоченному. По данному факту Следственным комитетом Тувы возбуждено уголовное дело посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В настоящее время все участники произошедшего события задержаны. С ними проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне подведены итоги проведения городской акции «Помоги собраться в школу», в рамках которого отзывчивые трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели, а также неравнодушные кызылчане помогли собраться в школу более 1300 детям на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. В Кызыле благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится более 10 лет. Она стала доброй традицией для многих горожан. Основной целью акции является поддержка детей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Многим родителям знакомо, сколько затрат стоит подготовить ребенка к школе, а заработная плата матери, которая одна воспитывает детей, не позволяет досыта накормить семью, не говоря о покупке хорошей одежды и обуви. Поэтому любая оказанная помощь для нуждающихся семей является значимой и принимается с большой благодарностью. Пункты приема материальной помощи были организованы во всех образовательных учреждениях Кызыла, в департаментах по образованию, социальной политике, в мэрии Кызыла и во всех библиотеках города. По итогам благотворительной акции приняли участие более 50 министерств, ведомств, организаций различных уровней, а также индивидуальные предприниматели и более 10 неравнодушных горожан.
Долговато вышел Банкарол по приглашению монгольского суматория Сашора Акинори посетил Токио. Там он принял участие в почетных церемониях с участием прославленных сумоистов из Монголии. Шалбанкарол пояснил в своем блоге, что воспользовался предложением о Сашоре, чтобы встретиться и наладить личные связи с руководством профессионального сумо. Глава республики известен своим желанием развивать в Туве различные виды восточных единоборств, включая японское сумо. Он договорился со Сашори, который еще недавно также носил титул Йокодзуна, принять в свою школу сумо молодых борцов из Тувы. В будущем эти связи могут помочь спортсменам, прошедшим обучение у Асашори, войти в мир профессионального сумо Японии и прославить родную республику. Кроме того, глава республики в ходе токийской поездки встретился с первым тувинцем, который начинает в Японии карьеру профессионального суматори. Это Амартувшин Амарсана, уроженец Тувы, принявший гражданство Монголии, где живет его отец. В 2015 году он приехал в Японию, где поступил в одну из школ сумо. Год назад Амарсана стал чемпионом по сумо среди юношей и получил право выступать в ученическом дивизионе профессионального сумо. О, привет, Кызыл! От всей души приглашаю вас 16 октября в Национальный театр Республики Тыва на нашу зажигательную комедию «Любовный пасьянс». Потрясающая комедия положений с ирландским акцентом заставит смеяться всех. Всех, кто, разумеется, 16 октября придет к нам на спектакль. Поэтому не пропустите, если хотите порадоваться и посмеяться вместе с нами. От всей души и искренне ваш Георгий Дронов. Все, мне на сцену пора. Этот же спектакль играем. Московский театр Music Hall продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный сезон комедии «Любовный пасьянс», которая будет показана в Кызыле 16 октября в 19 часов на сцене Национального театра. Немаловажно и то, что организаторы привозят реквизит, декорации, костюмы, и поклонники драматического искусства смогут увидеть спектакль именно в том виде, в каком он идет в Москве. Отметим, что в основу спектакля легла пьеса современного драматурга Василия Захарова «Чужих мужей не бывает». Там папа и первая жена. Какая из них? Я в них уже запутался. Вот видишь, помню. Комедия положений с ирландским акцентом, так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов. Эта комедия сделает вечер незабываемым и подарит зрителям массу положительных эмоций и душевное вдохновение. Все меньше времени остается до конца акции «Заправляйся на радио СЗС Сипродукт», но все больше слушателей в числе победителей. Напомним, что радио «Голос Азии» ежедневно раздает по 10 литров бесплатного бензина. Участвовать могут только одержатели фирменной наклейки «Радио». После условного сигнала участники едут на Калинина 27-1, где расположена заправка партнера. Кто приехал первым, того и бензин. Победителю остается только решить, какой, собственно, бензин они хотят получить, 92-й или 95-й. Спонсор прогноза погоды «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Местами по республике ожидается резкое понижение температуры, сильные и очень сильные дожди, мокрый снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 25, гололедные явления. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 9, плюс 11. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.
В новом номере еженедельника «Тува ТВ-Инфо» читайте. Кызыл выбрал главу города. Болезни, которыми чаще всего болеют жители Тувы. Тува не ограничивается лишь своими интересами в плане туризма. Видимо, кое-кому тяжело было донести мусор до контейнера. В Венгрии прошла презентация фильма о шамане из Тувы. Еще не во всех квартирах появилось отопление. Как быть? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоки и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.